Приветствуем вас на канале Акибай. К нам обратился владелец Mercedes в 204-м кузове Цешка 2009 года. Владелец дистанционно с помощью ключа открыл машину, вставил ключ в замок зажигания, провернул, зажигание не включилось, машина не завелась. Из-под руля были слышны щелчки. Руль в это время был заблокирован. Этот владелец набрал нам на Акибай. По симптомам мы сказали, что, скорее всего, проблема в блокираторе руля. Далее приехал наш специалист к машине, подключился к диагностическим оборудованием, и наши ожидания оправдались. Была проблема с блокиратором руля. Есть такие проблемы бывают с Мерседесами кузовов W204, W212, W207, ГЛК, тот же X204. Если у вас, например, возникла такая неисправность, то мы сразу советуем вам не вставлять ключ в замок зажигания более 5 раз. Если так вставить, то сам блокиратор, вот этот блокиратор, он электронно заблокируется, и его демонтаж будет проблематичен. Тем самым вы пойдете на время, усложните работу мастерам, и тем самым, если вы не сами будете его демонтировать, то пойдете на лишние деньги. Что из себя представляет блокиратор руля? Это электронное устройство, которое с помощью этого вот штырька блокирует рулевой вал. Вот так оно выглядит изнутри. Здесь есть моторчик, есть шестерни, есть электронная плата. Вот такая конструкция. Далее, что сделали наши мастера с машиной? Они по замку зажигания и по ключу зажигания запрограммировали специальное устройство. Это фирменный европейский эмулятор. Благодаря этому устройству полностью отключается работа блокиратора. Есть вот такой вот, ну, такие вот эмуляторы, то, что вот здесь разложено. Это фирменные европейские. Есть также китайские эмуляторы. Они идут с динамиками. Мы их ранее ставили. Они долго не ходят. То есть у нас были возвраты. Они отказывали там через полгода, через год. И мы отказались и ставим только такой эмулятор. Также есть специальные эмуляторы такого вида. Это микросхема NEC. Она впаивается в плату. Тоже как бы не советуем оставить, потому что не очень надежно. Если, например, у вас возникли проблемы с блокиратором руля на Mercedes 204, 212, ГЛК, либо 207 кузов, то вы можете обращаться в компанию Akibai. Мы решим вашу проблему, останетесь довольны.